Я хочу сказать несколько слов. Сейчас, друзья, вы присутствуете при первом исполнении песни, которая первоначально называлась «Цыганская демографическая». Сейчас, может быть, немножко по-другому. Она посвящена памяти нашего дорогого ушедшего друга Адама Ульянова, который здесь, в Питере, был у нас бескорыстным культуртрегером много лет, а до того был кинодеятелем, к которому даже приезжали великие актеры и актрисы. Эта песня сочинена буквально за несколько дней до его ухода из жизни. Я как бы предчувствовал это. А сейчас наш дорогой Гарик Осипов первый раз исполнит мой текст. Цыганский Адам из цыганского рода был изгнан за то, что вкусил он, не зная от древа познания плод. Цыганская Ева, едва поспевая, цыганский давала приплод. И так появилась цыганское племя, и так появился народ. По всей вселенной кочует все время, и песни поет круглый год. На базарах танцует, бабы гадают, детишки воруют, или играют, ну почти так, как подсуев, но кидай гитарой и на мандолинах, а в общем жизнь там будет. Как такие болида, только на гитарах других или мандолинах. В общем, жизнь у них там, ну, такие болида. Все хорошо, если б только не ревность, если б не зависть, забот повседневность, если бы не жадность и тяга к наживе, ну и лошадок не видеть бы в живе, кони так просто с ума посводили, просто не ели и не закусили. Белую, в общем, на речке попили всех посводили с ума сорванцы, так и зовут их оттуда цыгане, и как огня их боятся крестьяне, так и зовут их оттуда цыгане, и как огня их боятся цыгане. Эх, не уперли мы с дома ограду, эх, не свели мы лошадок в
надо, как бы ни кинули в сердце перо. Прямо сюжет, как из сказки перо берет, эх, как бы ни кинули в сердце перо. Ну, прямо сюжет, как у братьев перо. У каждого народа свой храм, и у каждого народа свой Ульянов. И небо, говоря, ему не дам, лишь говорит, держись, хоть трезвый или пьян. И небо, говоря, ему Ульянов, говорит ему, держись, так и не трезвый или пьяный. У каждого народа свой Адам, у каждого народа свой Ульянов. И Ева, говоря ему, не дам, держись, говорит, хоть трезвый или пьяный. А тут давай снова. Цыганский Адам из цыганского рая был изгнан за то, что вкусил он, не зная о древа познания плод. Цыганская Ева, едва поспевая, цыганский домало приплод. Так появилась цыганская племя, так появился народ цыганский. Оп! И по вселенной кочуется время, и песни поет круглый год. Кочуется время, и песни поет на стихи Рудольфа Фукса круглый год. Вашему удовольствию. Оп!